Сейчас контроль, сейчас контроль. Вот так мы работаем, работаем, Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана Ата. Всех поздравляю с Байрамом. Рамазан Байрамлар, Кутлу Олсун, праздником. Значит, ну как у нас проходят праздники? Сидим дома, никуда не выходим, отдыхаем, спим, занимаемся своими делами. Природа бушует. Эти 2-3 дня в Турции похолодало, и даже в Мерсии, не представляете? Мы одели теплые кофты, мы одели носки, теплые тапочки я достала. Мы укрываемся теплыми одеялами, потому что я замерзла, представляете? Но солнечно, а вечером прохладно. О, ветер такой, что у меня творится на балконе, мне страшно, потому что я с утра убираю. Посмотрите ветер. Вот, посмотрите, какой хаос у меня. Эти птички мы спрятали вчера, закрыли там. Они все равно прилетают. И мы сегодня с мужем, вот научили нас, моя свекровь, там племянница, пакеты положили туда. Потому что полный сегодня, полный вот этот диван был в этих ветках. Тут я подмела, опять, посмотрите, опять намело. В общем, хаос, хаос. Балконы в Турции иметь, это вообще лишняя работа. На том балконе, что творится, хотя я только вчера я не помыла, даже не хочу показывать вам. Но сегодня день продолжается, конечно, мы должны что-то кушать. И, понимаете, мой муж вообще поменял режим. Поменял режим, Ашка, он... не спит ночами. Вот сейчас до сих пор на Байрам он не спал, ждал 8 часов позвать, чтобы поздравить родителей, и мне тоже не дал спать. Поздравил и в 11 вчера лег, проснулся в 9 вечера. В общем, Байрам я была одна вся, своими делами занималась, отдыхала, скорее всего. И, значит, сегодня тоже самая картина, я проснулась, он до сих пор еще не спит, но я его накормила. И сейчас, значит, буду что-то готовить. Убирать на балконе нет смысла, потому что ветер, когда ветер... Ну, ветра бывает, но редко в Турции, в Мерсине. Сегодня так, цветочек один пересадила, который я сорвала. А сейчас я варю чечевицу, хочу приготовить котлеты из чечевицы. Вот что-то хочется, не знаю что, вот уже все надоело, не знаю. Какой-нибудь супчик приготовлю, какие-нибудь котлеты. И надо что-то готовить, но я обязательно расскажу вам, потому что вы же ждете моих, видите, что творится. Ветер, ветер кругом, все надо закрывать. Ну и все, мои хорошие, до встречи. А, кстати, сделала маникюр себе такой стальной. Вот, зима пришла, мерси. Посмотрела очень много информации насчет котлет. Сама вообще, ну я, знаете что, я отварила чечевицу. Вот сама как-то вот догадалась. Ой, Ашка, сколько разговаривает по телефону. Аж любит поговорить, час целый говорит. Я как чурикана. Чурикана это по-грузински сплетница. В общем, вот так сделала я свои волосики. А, видите, как возмущается? Все рассказывает, такое рассказывает. В общем, мои хорошие, я сейчас посмотрела многие рецепты и решила немножко видоизменить. Что-то там морковка, это не нравится мне морковка в котлетах таких. Я решила сейчас, вот, все равно это потом все в блендере буду. Какие ингредиенты? Чечевица и лук. Больше я ничего не буду пользоваться. И приправы. Потому что я очень много сделаю. 2 стакана. И что нужно мне сейчас? Буду пассеровать лук. Пожарю. Так вкуснее будет, неправильно. Добавлю 1 яйцо, специи и все. Буду готовить. Я не знаю. Окна все, двери открыты. И я уже замерзла. Сидела там сейчас на видео. Загружала. И вот... начала чихать, не знаю, почему чихать. Знаете, что прям так обидно? Байрам у нас, а мы дома сидим, а? Скажите, ни в гости не походишь, ни к тебе ни в гости. Кстати, новости. К нам в гости после Байрама придет Али.
Он же сколько времени здесь? 2 месяца хочет прийти, Ашка его не пускает. А вчера он позвонил, говорит, ах, вы такие, вот сплетник, блин, вообще. Ах, вы такие, говорит, сякие, вы ездите туда-сюда, айва-де-гидыки уехали. А меня в гости боитесь приглашать? А он говорит, моя жена, как раз он меня называет Енге, подождите. Ашкин говорит, моя как раз Света, может еще сделать побольше лука, вкуснее же будет, правильно? А Света говорит, недавно про тебя спрашивала, где Али, уехал или нет. Так что вот Али придет нам в гости. Да, придет в гости. Ну, Али, многие спрашивают про него, хочу сказать, что он в отношениях серьезных. Али планирует жениться. Да, уже очень серьезно ждет, когда закроются границы. Ну вот он придет, я все новости узнаю у него. Не знаю, мы пойдем куда-нибудь погулять или он у нас останется. Как, что приготовлю, даже не знаю. Ну, все вам покажу. Он сейчас с бабушкой, с сестрой ездит в Селивки. Может, мы поедем туда, где мы были с ним. Ой, какая красота там в Аяште, в Селивке. А может быть, пусть приедем. Он пусть придет, я его уговорю, пускай повезет нас туда. Муж, интересно, знаете как, в Селивке там такая клубника растет. Выращивают клубнику, разные ягоды. Что там еще есть? Покажу все вам. Так, в общем, мы сейчас этот лучок пожарим. И потом в блендере все перемолим. И покажу вам, мои хорошие. Сегодня же понедельник, базарный день у нас. А базара-то нету, праздник. Но у нас, знаете что, остались фруктов полно. Сейчас покажу вам. Холодильник? Я не скажу, что пустой был. Вот как-то протянула я. Вот, посмотрите. Вот, видите? И фруктов вот есть полно, и дынька есть, и что там у меня еще есть? Давайте посмотрим вместе с вами. А, и мушмала есть, и абрикоски есть. Ну, мы так много не кушаем сейчас. И вон и груша есть. Вот, и груша есть. Кстати, конфетку достану, надо покушать. Я сегодня ничего не кушала, я не знаю. Мне что-то ничего не хотелось. Вот как хочу этих котлет. Ну, в общем, вот так вот, полный холодильник. И яйца есть, и творог есть. Есть! Нам как-то хватило это. Ну, сколько сделаешь закупок, скажите, на базаре? Вот мы были со Шкивом. Смотрите. И конфеточки. Вкусный шоколад, да? Кстати, сейчас Ашкин до сих пор не спит. Надо сейчас мне его кофейну сварю. И сама выпью кофейку. Вид у него усталый. А какой мне суп приготовить, думаю? Рисовый с йогуртом мне. Кстати, знаете, что я сделаю? У меня столько пакетов супов. Посмотрю сейчас, что-нибудь такое есть интересное. А, тавук чорбасы. Ничего, видите, и шкембе. Может, чертовок сделаю? Вот такие дрожжи. Вот такой крахмал у меня. Вот крем есть. Надо что-то придумать мне с нанцвари. Ой, знаете, что я сегодня хочу еще приготовить? Вот у меня еще есть вот кора дуба с России, с Москвы, говорю, привозила. Вот такой тмин продают. Да, наверное, я сделаю суп из курицы. Потому что я сейчас буду готовить. Найду, посмотрю рецепт. Более-менее такой, да? И приготовлю. Манник хочу приготовить. Потому что много очень у меня манки есть. И с вами поделюсь. Я решила... Не в этом блендере, потому что очень медленно делают. А попробовать чоппером. Добавила. Вот, намного лучше, друзья мои. Приправы, красный перец, черный перец. Яйцо. Намного лучше. Посмотрите, оно же густое.
ложечкой буду выкладывать на сковородку и пережаривать. Все, отлично, посмотрите, какая смесь. Сейчас буду уже готовить, уже жарить. Куриный суп из пакета я тоже решила видоизменить. Конечно, я вот сейчас вот тушу, пассирую лук зеленый, репчатый лук, морковку. Здесь у меня варится картошка. Я сейчас это все смешаю, проварю и блендером перетру, а потом буду уже добавлять вот с пакета то, что есть. Видоизменила на свой вкус. Суп я приготовила, фарш на котлеты приготовила, манник я поставила в духовочку. Вот покажу вам, только-только поставила. Рецепт смотрите в плейлисте «Готовим дома» и пойдем посмотрим, что делает мой Ашкин. Посмотрим, что делает он. Ашкин, где я, Пирсон? Вы видите? Видите, что он делает? А? Купил бумажку такую и решил приукрасить. Молодец. Видите, как делается? Мастер, ломастер. Уста. А Чиктынма? Не будем ему мешать. К моим котлеткам я решила пожарить картошечку. Я ее помыла в воде, и сейчас она у меня сушится, высыхает на бумажном полотенце. Я также котлеткам моим приготовила такой соус из чесночка и из петрушки. Друзья мои, 40 минут у меня стоял манник, пекся, и вот чуть-чуть остынет, 20 минут, и я его полью сиропом. Вот такой красивый вышел у меня, и там спекся хорошо, вы видите. Я вся в процессе жарения. Вот такие котлетки выходят. Но много берут масла. Я поливаю, оно все впитывается. И вот супчик сейчас подогрею. Ашкин пошел за хлебом. И вот наш сегодняшний ужин. Котлеты из чечевицы зеленой. Супчик. Картошечка. И сыр. Приятного всем аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Вот такой вот у меня вышел, он пропитался через 3 часа. Будем сейчас кушать с Сашкой. Насыл. А, нормал? Ярын daha güzel olacak. А, ярын? Şerbet kendini çekecek, doyacak. Biraz da donacak. Ondan sonra daha güzel olur. Ну, и так, первый блин комом. Пока выложила его, он немножко рассыпался у меня. Ну, Ашкин говорит, что завтра будет намного лучше. Там, афейдолсу.